Всем привет! Сейчас, мы в университете. Да, мы в университете ждем преподавателя. Мы приехали сегодня на остановку нашу. Потому что мы вышли с поезда, мы обычно идем пешком, а в этот раз мы решили приехать на автобусе. Мы, значит, стоим в автобусе, а там буквально через 5 минут уже наша остановка. Мы привыкли, что мы садимся в поезд, и 10 минут себе едем, втыкаем. И вот так вот мы проехали нашу остановку. Да не, я уже хотела нажать кнопку и не могла найти ее. Она уже прямо перед нашей остановкой. Там вряд ли остановится. Я нажала кнопку и не могу найти. Мне уже нужно пройти, и мы уже проезжаем эту остановку. Да, но мы вышли на следующую, там достаточно далеко нужно было вверх подниматься. Мы перешли дорогу, ну, то есть на противоположную сторону, на остановку, чтобы назад поехать. И сразу же тот же автобус едет назад. Да, ну, тот же номер. Да. Вот так, нам повезло. Дима снова тратит деньги. Мы с тобой зашли в пекарню, и Дима опять покупает себе пекарню. Вот это бикини. Они его поджаривают, и получается очень вкусно. И такая паста за 3,80 продается. Очень маленькие порции за 3,80 за такую цену. Еще вот эта штука очень вкусная. Очень. Медуиша называется. Катька в Инстаграм. Мы после университета зашли в Меркадону. Опа. Катька, ты спалилась. Да, купили манго, потому что мы без манго не просыпаемся. Кто-то не просыпается без кофе, а мы не просыпаемся без манго с греческим йогуртом. Кстати, я еще не показывал дорогу домой с университета. Сейчас я ее покажу. Автобуса. Вот. Сегодня у моей мамы день рождения, я вчера уже говорила. Вот. И я еще неделю назад заказала от нас с Димкой ей торт. Сегодня ей должны его привезти. Вот. Надеюсь, ей понравится. А еще мы отправили ей подарок.
И я сейчас вам покажу кусочек видео, как мы отправляли его в воскресенье. Пытались скрыть это от камеры, чтобы не было видно, что мы с пакетом идем тяжелым. На самом деле у нас большой секрет. Мы отправляем маме подарок. Вот в этом пакете лежит подарок, мы купили заранее его еще в пятницу, когда были в Барселоне. Мы купили ей сумку кожаную, красивую. Вот, мы долго ее очень выбирали. И вот теперь настал тот торжественный момент, когда мы ее отправим. И там не только сумка, там еще печеньки испанские, рождественские. Итальянский пармезан мы отправим. Мы стоим уже на автовокзале, ждем автобус, чтобы отправить подарочки домой. Уже подъехал наш автобус, и мы стоим в очереди, чтобы сдать нашу посылку. Все, я отправила посылку. Через 2 дня должна прийти, и там в офисе нужно будет, чтобы папа ее забрал. И все, мой подарочек отправился. А вот так вот это было. Дима хлебчик жует. Вот мы едем на бесплатном автобусе домой. Это бесплатный автобус. Это лучший автобус в мире, бесплатный. Вон наша вилла. А мы купили мандарины. Первый раз в Испании мы купили мандарины. Сейчас попробую. Вкусные. Очень вкусные. Сладкие? Да. Мандарины, кстати, стоят... Сейчас покажу. Мандарины стоят евро 39 за килограмм. Вот так вот. Такие мандарины. Тима, чё, телефон разряжается? Оно постоянно не высвечивает. Какую-то эту штуку. Нужно зарядить. Нужно зарядить. Логично. Еще помните, Дима вчера себе купил трюфель. Сейчас вам покажу. Смотрите, вот он, трюфель. Один сплошной трюфель. Один, да, это батончик на самом деле. Такой вот трюфель. Элитный. Кстати, не дешевый трюфель. Такое попалось нам. Не очень аппетитное. Мы с Димой уже 3 часа учились над экзаменом нашим, трудились, зубрили. Вон, я уже наконец-то закрыла компьютер, закрыла тетрадь, потому что я их уже ненавижу. Дима сел уже за обработку нашего влога. Дима. Ауч. Скажи всем пока. Пока. Подписывайтесь. Всем пока. Всем пожалуйста. Пока. Дима уже 20 минут обрабатывает влог. Подписывайтесь, вы должны это сделать. Все, всем пока. Всем хорошего дня.